Так, всем привет. Принесли телефон посмотреть Samsung A10 2019 года, так понял. Вот, сказали, тупит. Вот. Первое, что бросается в глаза, здесь писал недостаточной памяти. В принципе, применительно к любым андроидам, не только к данной модели, но заодно я решил обозреть эту модель и проблему, которая на андроидах встречается. Конкретно с нехваткой памяти. Здесь 32 гига, хотя уже, получается, их не хватает. Хотя раньше как бы казалось, что их 16 гигов за глаза. Вот. Здесь стоит 10 Android. Первоначально по характеристикам пишет, что здесь 9 Android. Вот. Видимо, обновленный уже. Также выходила ошибка Samsung аккаунта. Видимо, тоже связанная с нехваткой памяти. Но сейчас перестал выходить после того, как почистил маленько. Что нужно сделать, чтобы исправить это? Либо зайти в приложение, во вкладку, вот, подсортировать по размеру и самые верхние крупные почистить. Я уже их почистил, тут осталось, например, Facebook откроем. Здесь вкладка память. Здесь уже сделали более даже облегченно, клиентоориентированно, скажем. Здесь очистить кэш, это минимальное, что можно сделать, либо очистить данные. Но тогда, скорее всего, у вас удалится пароль с логином, и нужно будет заново перезайти. Поэтому данные это как бы в последнюю очередь хотя бы кэш почистить и перезагрузить телефон. В принципе, этого будет достаточно, чтобы он ожил маленько. Вот. Что конкретно этой модели здесь у нас? Посмотрел по характеристикам бюджетные. Android, Samsung, вот, A105F модель, 2 гига оперативки, 32 памяти, TFT экран, что делает замену экрана более бюджетным. Вот, что еще, процессор Exynos, поэтому как бы он может притормаживать сам по себе, хотя 8-ядерный. Вот, но остальное плюс-минус, как у всех. Одна камера сзади. Никакая не четверная. Вспышка спереди, посередке. Микро-USB. Есть разъем наушников. Пластик. Задняя крышка отщелкивается, что достаточно упрощает. Скорее всего, отщелкивается. Сим-лоток только вытащить надо будет. Доступ к аккумулятору облегчает. Вот. Больше, в принципе, наверное, и нечего рассказать. Для Samsung цена 8000, в принципе, нормальная. За 8000 можно купить какой-нибудь Xiaomi, может быть, какой-то Honor. Но из Samsung такие вот идут модели с TFT-экранами. Экран 6,2, по-моему. Довольно-таки длинный, но не широкий экран. Зато 10 Android. Вот. Также можно еще попробовать обновить как бы версию Android, если доступна новая версия. И вот сейчас я еще в Play Market обновляю приложение после очистки. Но я бы не сказал, что он тупит. Я не успел посмотреть, как он тупит, потому что сразу очистил память. Поэтому, не знаю, возможно, этот момент я уже не застану. Вот такой лайфхак, можно сказать. Всем пока. Так, по скриптам аналогично для iPhone есть похожая очистка памяти. Но здесь он не кэш называется, а немного по-другому. Также заходите в настройки. В зависимости от версии iOS, наверное, по-разному. Здесь вот называется хранилище iPhone. Вот. Выбираем какой-то. Здесь можно удалить. Либо вот есть кнопка «Сгрузить». По факту это, ну, типа очистка данных или, может быть, кэш, или все вместе. Что-то с этим связанное. Вот. Для iPhone тоже аналог определенный.